Более 200 спортсменов из Котласа, Архангельска, Великого Устюга, Санкт-Петербурга и Республики Коми приняли участие в фестивале спортивных единоборств, который проходил в Котласе. В этом турнире юноши состязались в дзюдо, самбо, армейском и универсальном рукопашных боях. Стоит отметить, что в этом году впервые были представлены показательные выступления бойцов, чтобы зрители мероприятия поняли, что представляет из себя тот или иной вид единоборств. А в Московской области военно-патриотические клубы России провели первенство по рукопашному бою. Отборочный тур проходил в Сергиевом Посаде, а финальные поединки в Москве на Красной площади. За первое место боролись порядка 400 спортсменов из 48 клубов России, Украины и Казахстана. По итогам соревнований усинец Юрий Полуяхтов занял второе место, его земляк Владислав Кецманов – третье. В рамках первенства был проведен турнир по боям без правил. Мероприятие началось с матчевой встречи, состоящей из 7 поединков, в которой померились силами сборные России и Казахстана. Наш земляк Станислав Прохорец одержал победу над Максатом Бухабаевым на первой минуте второго раунда. Воркутинка Юлия Снос стала трехкратной победительницей первенства России по плаванию среди юниоров, выиграв дистанции 1500, 800 и 400 метров вольным стилем. Как отметил наставник Юлии Дмитрий Трапезников, члены сборной сейчас испытывают большие нагрузки, так как готовятся к первенству Европы. Но на результаты это не повлияло. Уже 7 июля наша спортсменка в составе сборной России отправляется в Польшу, чтобы побороться за медали европейского первенства. Тренеры и чемпионы в различных видах спорта продолжают подключаться к пропаганде здорового образа жизни. Ролики с известными в мире спорта людьми уже в мае стали активно репоститься пользователями социальных сетей. Главная мысль – спорт – это красиво, полезно и перспективно. Хоккей для меня это все, поэтому я влюблен в него, чего-то добился, чего-то умею и рекомендую. Это скорость, техника, коллективная работа, труд. И я хочу привести большие слова Максима Горького. Чем больше требования к человеку, тем больше уважения к нему. Видео на просторах интернета распространяет региональное агентство по физической культуре. Ролики может посмотреть любой желающий. Я выбираю спорт.